В другом пожаре в Сургуте в воскресенье пострадали два человека. На первопроходцев 4 загорелась квартира. Сигнал на пульт дежурного поступил в 14:40. Жители сообщали о черном дыме из окон 9-го этажа высотки. На место выехали 9 спецмашин МЧС, в том числе 2 автолестницы, которые пригодились огнеборцам. Тушили пламя, занимались эвакуацией и спасением людей 32 человека. Из закопченного и задымленного подъезда самостоятельно вышли 10 человек. Еще 5 вывели с использованием противогазов и кислородных масок. В числе травмированных на пожаре мужчина и женщина. Их увезли в больницу. Предварительная причина ЧП – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Точные обстоятельства устанавливают дознаватели.